Всем привет, с вами Алексей. Вы на YouTube-канале The Watch, в том месте, где все на наручных часах. Эти часы я хотел показать вам раньше, но я уехал всего на неделю из Киева. Как раз на этой неделе была поставка посейка. Я возвращаюсь, а вы в это время выкупили все эти часы. Это, конечно, похвально, но какое-то время я остался без часов и готовил материал исключительно по изображениям в интернете. Но мы связались с одним из счастливых обладателей, и вот они перед вами. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня в нашем обзоре Seiko Prospex Save the Ocean Antarctica. Компания Seiko широко известна тем, что имеет огромную экспертизу в производстве часов для дайвинга и имеет довольно большую коллекцию, охватывающую разные ценовые сегменты от самых доступных моделей до высокотехнологичных часов с впечатляющими характеристиками. Но помимо технологий, бренд также стремится защищать окружающую среду, для которой эти часы и предназначены, а именно океаны. Благодаря специальным выпускам серии Save the Ocean, которые созданы в партнерстве Seiko с внуком Жака Ива Кусто еще в 2018 году, бренд предлагает интересные модели и передает часть доходов от продажи организациям по охране океанов и окружающей среды. До этого мы уже с вами видели модели из серии Save the Ocean, посвященную голубому киту, белой акуле и гигантскому скату Монтерей. В этот раз модели ориентированы на ледяную воду Антарктики и на одних из самых милейших ее обитателей. Да, это пингвины. Антарктика – крупнейший морской заповедник в мире. Замерзший континент также является уникальным местом с точки зрения негостеприимного, но потрясающего ландшафта, который состоит из бесконечных белых снежных полей, изрезанных скалистыми образованиями льда всех форм и размеров. Именно этот пейзаж и небо над ним привели к созданию двух часов Seiko Prospex Save the Ocean Special Edition Антарктика. И начнем с модели, основанной на очень известном дизайне Seiko в корпусе Baby Tuna. Это прямой потомок одной из самых знаковых моделей Seiko, модели 6159-7010 1975 года. Еще тогда, благодаря высокозащищенному корпусу для профессионального использования и своим габаритам, часы получили прозвище Tuna Can. По крайней мере, по габаритам сходство с консервной банкой точно есть. Однако модель, которую мы имеем сегодня, намного сбитее и удобнее для носки, но в ней сохранилось большинство элементов дизайна винтажных часов Tuna. Baby Tuna Antarctica имеет более привычный повседневный диаметр – 43,2 мм. Что наиболее важно, конструкция корпуса с очень короткими низко расположенными ушками делает эти часы компактными и чрезвычайно удобными при носке. Корпус имеет типичный защитный кожух из матовой нержавеющей стали, который частично закрывает безель. Заводная головка, расположенная в положении 4 часов, завинчивается, а водонепроницаемость составляет 200 метров. Стекло традиционное для Seiko Harlex, но помимо собственной ударопрочности, стекло защищает конструктивные особенности корпуса, а именно безель, который находится выше уровня стекла, так что основные удары чаще всего придутся именно на него. Однонаправленный безель на 120 кликов оснащен металлической текстурированной вставкой с выгравированной 60-минутной шкалой, заполненной черным цветом. Ну и конечно же, главный герой спецверсии Save the Ocean – это, как всегда, циферблат. Сегодня он с градиентным синим цветом, ледяной текстурой и следами пингвинов, которые как будто прошлись по левой части циферблата. Я считаю циферблаты как в этом поколении Save the Ocean, так и в предыдущих одним из лучших в своей ценовой категории. Они все объемные и выполнены на высоком уровне, и для меня вообще не удивительно, что они долго не задерживаются на полках. На циферблате, помимо названия бренда и логотипа коллекции Prospex, имеется информация, что перед нами механические сертифицированные дайверские часы со степенью водозащиты в 200 метров, со всеми соответствующими атрибутами и потрясающим сейковским люмибрайтом. В Baby Tuna Antarctica установлен калибр 4R35 от Seiko, доступный надежный механический калибр с автоподзаводом и ручным заводом, с 3-герцовой частотой,
То есть частота полуколебаний составляет 21 600 в час. Запас хода 41 час. Все это на 23 камнях. Часы идут на белом силиконовом ремне. Вторая модель из серии Save the Ocean Antarctica еще в одном легендарном собственном корпусе, и это Monster, который впервые был представлен в 2001 году. Под обозначениями SKX-779, он же Black Monster, и SKX-781 Orange Monster. Часы получили это название из-за своей острой, необычной формы корпуса и боковым граням, и агрессивным меткам. В конце 2012 года Seiko обновила свои дайверские часы новым поколением моделей Monster с легкими визуальными изменениями и интеграции более современного калибра 4R36, который заменил 7S26. В 2015 году Seiko запустила новую серию часов третьего поколения, которые впервые были объединены под эгидой Prospex. Наконец, в 2019 году Seiko выпустила модель Monster четвертого поколения, которая теперь доступна во всем мире и знаменует собой сильную эволюцию модели с контрастным безелем. В 2020 году мы тоже не остались без Monster, на рынке появился Paddy Monster. Сегодняшний Monster Antarctica по сути те же часы с точки зрения пропорций и технического содержания, но конечно же они были переработаны с новой цветовой схемой. У него такой же сверхпрочный и узнаваемый корпус и браслет. Ну конечно же фирменные углубления на боковой части корпуса. Корпус часов имеет диаметр 42,4 мм и высоту 13,4 мм. Часы довольно сбитые и спортивные, а самое главное, что удобные. Циферблат выполнен в той же стилистике, что и Babytuna. Форма стрелок и меток более агрессивная, но со считываемостью показателей все отлично. Апертура даты и дня недели находится в районе 3-часовой отметки. На ней расположилась увеличительная линза циклоп. Стекло в данных часах Harlex. Безель однонаправленный на 120 кликов. Задняя крышка глухая. На ней, как и на Babytuna, изображена знаменитая волна в Канагаве. Браслет литой, по большей части сатинированный, но также присутствуют полированные элементы. А вот раскладывающая застежка штампованная. Monster также является сертифицированным дайвером, так что перед вами надежные часы с серьезной степенью водозащиты и удара прочности. В Monster Antarctica установлен калибр 4R36. Его единственное отличие от 35-го калибра – это наличие дискового указателя дня недели. И давайте подытожим. И вот перед нами новое поколение Save the Ocean. Скажу честно, я узнал об этих часах еще задолго до релиза, и для меня было сразу несколько неожиданностей, но забегу наперед и скажу, они были приятные. Неожиданно было увидеть Save the Ocean в корпусах Monster и Babytuna, вместо привычных черепахи и самурая. И второй момент, это светлые циферблаты и белый силиконовый ремень. До этого момента Save the Ocean был от светло-синего до темно-синего, и как по мне, использовать тематику льда было классным дизайнерским решением. Да и в целом, Seiko классно работает со своими знаковыми моделями, вовремя реагируя на современные тренды. Благодаря этому тот же Monster сейчас засиял новыми красками. Плюс мы имеем тунец, который могут спокойно носить люди с небольшими запястьями. И не забывайте, что все это сертифицированные дайверы и мануфактура. И что самое приятное, так это цена. На сегодняшний день она составляет 18 500 гривен, что в долларах около 680. Как по мне, в этом бюджете это очень достойные варианты. Но вкусы у всех разные, и это замечательно. В комментариях пишите, что вы думаете об этих часах. А если часы совсем не вызвали у вас никаких эмоций, напишите, ужасная ли у меня рубашка сегодня, или адрес логопеда, к которому мне стоит обратиться. Ваши комментарии и лайк под этим видео – лучшая награда за нашу проделанную работу. Всем спасибо за внимание и встретимся через неделю.